Здравствуйте, с вами снова Flat TV, снова Ростислав Петраков. И сегодня мы в парке Шевченко, возле бюста генерала Василия Петровича Коруны. Освобождение Днепропетровска шло из разных точек, например, из Ричпорта. Напротив Ричпорта во время артобстрела погиб Василий Петрович Коруна, будучи командиром 152-й стрелковой дивизии. Парковый памятник Василия Петровича Коруны, бронзовый бюст, который установлен здесь в 1946 году, очень часто путают с местом захоронения генерала, которое находится на Октябрьской или же Соборной площади, как называется это место сейчас. Там в одной из могил похоронен Василий Петрович, и мы сегодня с вами там были и можем посмотреть на видео. Возле памятника потом, в свое время, как парк развивался, был открыт, так сказать, клуб по интересам. Шахматисты тут собираются, и вообще люди хорошо проводят время. С вами пытался хорошо провести время Ростислав Петраков на Flat TV. Всего хорошего, до встречи!